актриса Татьяна Кравченко, известная по работе в проекте «Сваты», президента Украины Владимира Зеленского, рассказала о том, каким был нынешний глава соседнего государства во время своей работы в шоу-бизнесе. «Сколько мы сидели за столом с Володей, хохотали. И вдруг такая ненависть. Единственное, я не считала его артистом. Да, шоу вел он весело и легко. А теперь запрещает на Украине говорить по-русски, сжигает книги. Может, это от того, что он президентом стал, и что хорошего он сделал. Он ни одного пункта предвыборной программы не выполнил», рассказала Кравченко в эфире программы «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым. Напомню, что Кравченко вместе с Федором Добронравовым и Эдуардом Радзюкевичем работали на компанию Зеленского «Квартал 95», снимаясь в сериале «Сваты», вплоть до 2021 года.